Всем здорово. С вами я, Егорука. И что мы делаем? Мы, мать его, продолжаем проходить Skyrim. Играть Skyrim. Это просто развлекательно. И весело играть в Skyrim. Это же Skyrimчик. Лучшая игра. А, не такая уж и лучшая. Ага, я не сохранился. Что я сделал? Я просто вышел, короче, я понял. Отлично! Вот и ты, наконец! Что произошло у башни? Я знал, что могу рассчитывать на Эрили. Драконорождённый? Давай, не только войны. Мастера пути голоса. Говорят, что если ты войдёшь, ты слышал призыв. Что еще это могло означать? Седобородые. Так он болтает. Это был голос седобородых, который призывал тебя на высоких рогах. Такого не случалось. От меня! Ладно, Эль. Камень душ. Так, по монетке. Может, скорее ему насать на них. Ордские бредни. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Ведем их со дня основания Первой империи. Да-да, и... так суров, свинечи. Простите, не хотел никого обидеть. Тоже тут получается скрытый слово. Что им от него нужно, эти седобороды? Я могу так просто скрытый скачать. Это дело седобородов, не наше. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось. И седобороды это услышали. На твоей совести преступление против... Если... Нет, у меня никаких... У меня на совести ничего нет. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось, и седобороды это засвистело. Услышали. Если они считают, что ты таваги, кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высокий хрон. Я без руля. Седобороды. Медлить не принято. Это огромные. Вот так. Да и дичак все сделали. Ага, можем забирать. Нива, отправляйся на высокий хрон. Узнай, что поведают тебе седобороды. Держи руки по себе. Поправ. Я также... Мы рады видеть... За работу, брат. Стражники болт. Все, я понял. Так, чё мне за топор дал? Как он хоть выглядит, э? Во. Но я его оставлю как сувенир. Защищать город. Давакин. Да, мой господин. Но это же... Конечно, это невозможно. Да, такое бывает в жизни, братан. Сейчас я стрелы у них наворую до хера. Как будто в Скайриме и без того чужаков мало. Теперь у нас еще и наемники. Хаммерфелы шляются. Так, братан. Просто изи повышаю. Вот так и повышается уровень на это, на легендарном. Можно, в принципе, обворовывать всех. Пока не достанет утро, чтобы продать все потом награбленное. Нужны припасы. Сходи в лавку, Пелитору. Он скользкий тип, но выбор у него отменный. Скелет какой-то плавает у нас, пока. Я даже три стрелы, братан. Так-то лучше. Сейчас стрел все наворую до хера. Чтоб не жаловаться. Что? Ага. Ладно. Братан, давай сюда.
порядке? Нормально. Опа. Не двигаться! Приказ Ярла! Вот так. Теперь у меня есть имперский лук. Они улучшенные, типа. Ладно. Это мы продадим. А кто-то еще не спит ночью? Все остальные спят? А нет, там кто-то и ходит, ходит кто-то. Так. Кстати, я удивлен, что скрытость так тоже качается. Мой кузен борется с драконами. А мне что досталось? Караульная служба. Ну, братан, так бывает. Ага, кстати. Так, бабки зайти. Ворую бабку. Сломаем систему. Обычно бабки воруют квартиры, а тут... На твоей совести преступление против Скайри... У меня нет совести. Вот и все, и пошел. Свободен. Дом серой гривы. Подожди. Изумительно, изумительно. Это музычка, это просто. Хотя, что в Ливине мне побольше нравится музычка. Да, вы, кстати, в Ливину стоит. Йоу. Здорово. Мама, что это значит? Кого ты к нам привела? Авельштейн, прекрати. Он поможет нам найти Торрейден. Я помогу, да. Думаешь, не... Так, тихо. Откуда мы знаем, что он не шпион, сынок? Надо было просто... Надо было просто... Это просто так, ща повысим уровень, хорошо. Никому нельзя доверять. Кто знает, что будет, если... Зачем ты... Да ладно, подожди пока. Думаешь... Подожди, пока я вам с вами рассказываю. Думаешь... Там... Сколько там, 28? Думаешь... Ща тогда... 80. Новый уровень. Повыше карманный краш. Чтобы еще воровать тогда. Чарование пока не нужно, так. Так, слом. Карманный краш. Так. Надо было... Да ладно. Думаешь... Да не надо было бы просить, давай. Думаешь... Да поддайся, блин. Думаешь... Ладно, мама. Нифига, сколько сразу было. Так, блин. Так ты здесь, чтобы помочь? Да, сам собой. Я знаю, что Торольд жив. Вот как чувствую. Он где-то в плену у имперцев, но я не знаю где. Эти проклятые сыны битвы, им что-то известно. Они это скрывают, почти что в открытую насмехаются над нами. У них должно быть какое-то доказательство того, что Торольд жив. И оно где-то в их доме, я знаю, просто знаю. Я не смею выйти из дома, поэтому мне нужна твоя помощь.
Какие угодно доказательства того, что Торальд жив и находится в плену. Я знаю, что у этих сынов битвы они есть. Конечно, они прячут доказательства. Не хотят, чтобы правда выплыла наружу после того, как они столько времени всем лгали. Но ты попробуй заболтать их так, чтобы они утратили бдительность. Да, абсолютно. Не распространяйся слишком, что мы встретились тут. Так, все, сохранились. Что у тебя? Так, 63,6%. На 2 сразу получилось. Так, это у тебя бабка что есть? Ну ладно, я уже возьму сейчас ключ от вашего дома. Чтоб заходить к вам в доме. На 90%, да ладно. Держи руки при себе. Я понял, что он видит. Держи руки при себе. А. Все. Все, типа, это все, братан, да я ничего не знаю. Ключики есть, могу теперь каждое время заходить, бабку грабить. Нормально, в принципе. Это мое любимое дело. Второе, бабу грабить. До сих пор неизвестно, кто стороны бесплатно. Так. Оп-оп-оп-оп. Чика, присели. Так. С нам битвы проламываемся вообще. Мы мудаки поганые. Просто вломились в чужой дом. Может, это он вообще псих. Может, он думает, может, он давно умер там его. Не знаю. Когда это ящики носил на него, там обвалился груз, и он сдох. Это даже не думай. А ей пофиг то, что я тут, да? Да ладно, подожди. Бывает такое, знаете, скорее. Фигово. Так, ща в нём поворуем. Так, ну, братан. О, кольцо. Хорошо, братан. Вот кольцо мне нужно, я сниму с него зачарование. Так, серебряный слиток, телелечение обязательно. О, пирожный заварной крем. Тоже обязательно. Нифига себе, даже может собрать. Значит, Никита не особо злые. Ого, и это что, просто так там валялось? Лучше б я это первый нашел. Ну. Так, ты не играешь. О, Special Edition. Говно собачье. Да, так, нужно всё. Что-то? Вот в отличие от моих лучше. Родственников, у меня дел по горло. Спасибо, что во время съемок пишете. Мурат, видимо. Ну, Мурат, естественно, не смотрит мои видео. Нахер он знает, что я записываю с Карим. Короче, ладно, погнали дальше. Все, давайте. Я взломал вам дом, вам вообще насрать, потому что я вломился вам к вам ночью. Так, самый знаменитый герой Скайрима, Тайбер, что-то там. Я скрытый должен быть, чуть-чуть прокачивать скрытый тоже. Пару раз порвал, уже почти следующий уровень, понимаете? Вот это легендарная сложность, это называется легендарная.
есть. Хера. Украл просто. Хочу тебе все обокрасть. А чё они? Почти все. Давай, давай, хочу все у тебя сорвать. Братан, что-то. Есть новое. Я так и знал. Дай взглянуть. Вот он жив. Талмар! Клянусь девятью, все хуже, чем я думал. Что ж, северная сторожевая крепость. Теперь мы знаем, где атаковать. Так, я не почитал эту книгу. Чё это? Мне стало известно, что иные осведомлялись о местонахождении Тарреля Серой Гривы. Я упоминался, я уполномочен сообщить, что узник поступил в распоряжение агентов Талмара, которые заключили его в Северную Сторожевую Башню, полагая дальнейшие подробности излишни. В общих интересах будет закрыть эту тему раз и навсегда. Надеюсь, что больше она затрагиваться не будет. Ага, вот, ясно. Споймались в чем-то его. Есть новости. Я так. Да. Да-да-да. Что ж, Северная Сторожевая крепость. Я сделаю все возможное, чтобы спасти брата. Угу. Ты с нами? Нельзя оставить Торальда на растерзание этим чудовищем. Ну ладно, давай. Я соберу людей сколько смогу, и мы встретимся у Северной Сторожевой крепости. Постараемся проникнуть внутрь и выбраться из нее как можно быстрее. До встречи на месте. Интересно мне, где это? Спасти какого-то хера. Но мы любим это делать. Так, а нужно еще продаться кому-нибудь в рабство. Ага. Я, кстати, хейчу Special Edition на говно для данных. Ага. Так. Шо там по карте? Где это? Нихера себе! Отсоси. Я лучше пойду искать меч. Что? Что? Вы видели это? Куда это идти? Не-не-не, братан. Я пока в путешествия никакие не хочу. О. Так. Чё там? Подъезд. Какой щит у меня получше? 19. Пускай будет у меня один щит. Я не говорю, что я только лучшее оружие и броня. Так вот. В основном, я думаю, это драконьи кости, да? По 10 весит. И что понадобится, так. Загляни в магазин. Да, без проблем. Ага, ага. Так, полегче. Чё это за говно? Я работаю с мамой. Фрукты, овощи продаём. Знаем, то, что я снимаю, небольшие фризы есть иногда. Так, у меня все нормально. Так.
все, хватит. Мне голодную дочку кормить надо. Так что ничего, кроме торговли, меня не надо. Товары Белитора. О, Белиторчик мой любимый, все скупает. Да, братан. Ты готовься. Ща буду пихать тебе, не знаю чего. Попу просто. Ща вот даже получить то уровень. Обязательно 15 тысяч, а украдем. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может это... Ах ты мир... Да ладно. Ну почти. Сейчас еще отпечку придем. Я у тебя украл все, что можно. Это вообще говнюк. Прекращайся, ну у тебя тут должен быть еще уборщик. Уверяю, я готов к любым сделкам. Я помню, у него уборщик был. Че, уже скатился уборщик, где? Ага, во, есть. И сундучок. Нет. Нормально, отмычки какие-то ломаются и уровень прокачивается. А, просто на лоб. Детский мед. Педик. Говнюк, надо было все испортить. Заметить. Уверяю, я готов к любым сделкам. Сейчас я взломаю тебя еще раз. Так. Давай, давай, давай. Че тут может что-то можно сломать? Нихера. О, а Белитор, ты что тут контролируешь? Все. Да, немного того, немного сего. Так, одежку. Да, продать. Он тоже не хочет это покупать ворованное. Вот говнюк. Вор так. Повлечу это за подъемный шипач. Ключник это вот вообще говно. Вы можете взять. Во, вот это. Дичь. Самое нормальное. Воровство это тоже топ. Так, ща все будет. Мы пойдем, наверное, за мечом этого братана или нет, не знаю. Карта. Такой предел. Да, нам туда. Ну, пойдем, короче, за мечом. Сейчас сниби всякие зачарования там. У нас веса мало веса. Фигу. Так. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. О, уры. Последнее время. Карманная кража. 50 тоже. 70-100. Те только и толкуют об этом идиотском конфликте. Я ли читаю книги и заклинания. Опа. Хлеб. Вот, все, без хлеба теперь. Я украл у тебя все до последней нитки.
Можно идти выполнять задание. Там проходите. Ну нахер. 15 уровень, нормально. Мне же 30 уровень, и мы пойдем выполнять одни квесты. Такие красивые прям квесты, отвечаю. Ждите 30 уровень. Будет сладко, вкусно, хорошо. Так. Картинки. Ферма. С фермы побежим на карачках. Если вы спите в кровати, вы получите бонус. Отдых, если вы хотите спать. Так, если вы спите в собственной кровати, вы получите хороший отдых. Типа это плюс к покупке. Заморозки посевы побьют. Вот как чувствую. Я хозяин фермы Пелагио, что за городской стеной. Алло. Честная плата за честную работу. Честная плата за честную работу. Вот так. И далее. Так. Все, ключи от фермы забрали, идем дальше. Ключи складируем просто. Валим нахер отсюда. О. Откроем заодно локации всякие. О, бабочки. Хорошо. Медоварня Хонинга. Хокинга. У меня уже есть. Даже не думай. А я уже все сделал. Так что мне нечего уже думать. Ой. Волк. Надо бы прокачать что-нибудь лучше. О. Ху. Просто. Видели трехкратный урон. Сладко, вкусно. Оп. Нормально. Это было просто пушка. Собрался. Я думал, блин, скорее такое, вот иногда нельзя забраться по элементарным вещам, где бы ты на самом деле просто ножкой бы ступил и прошел, а иногда в такие места, где нереально можно пройти. Ну хотя не, где нереально. Просто нигде не может. Приречная застава. Так, еще не ночь, поэтому плохо сохранился. Говно собачье. Такое, оп. Ай, это не то. Да крышка! Крышка! На, говно. Давно не дрался так. Напрямую. Какие-то записки, вы чё, любовники, что ли? Так, книги, чё за записка? А, Рудольф, твои выходки мне надоели, мой дядя, конечно, не калека, но раз я его поставил на стражу, мы будем его уважать. Хватит этих тайных вылазок, хватит соваться в его книгу и вбивать в стул гвозди. Еще одна такая шуточка, и посмотрим, как тебе понравится денек в запертой клетке. Хайва. Она теряет меня. Я не понимаю, она меня видит или нет.
батл. Ты понимаешь, что в этом батле я выиграю. Походу не понимаю. Опа. Прости, такова жизнь. Как жрачки куча. Неплохо. Чесночок. Луки-пореи, но я вообще просто, знаете, картоху. Забираем все, мы же любим пожрать. Тычка. О, топор какой-то. У нас все одинаковое, такое это он дорогой довольно-таки. Забираем. Так, все, в заставе где-то ты меч потерял. Охерел вообще. И ради только одного чувака, ради одного меча мы лезем. Просто мы, понимаете, какие мы преданы народу. А, это глухой парень. Или слепой, слепой. Сколько мы снесем? А, хватит. Слепой. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Но потом нас все равно сдал, поэтому все нормально. Это... Я уважаю слепых. Я сам слепой. Это просто обезумел, он же слепой, он... Им там, это, не знаю, камушек упал, он подумал, нападают. Кто здесь? Родольф, это ты? Да. Старшой? Это я, это я. Это он, братан. Так, что там у тебя? Все, полежи. Грибы всякие собираем. Эх. Не игра, а мечта. Его хотели убить. Подлые твари. Сюда! Кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? Да нет тут никого. Только что вашего друга убили на глазах, и все. Никого тут нет, вам показалось, братаны. Ну, с кем не бывает. Чувак стоял, в него две стрелы прилетело, прилетело, он сдох. Ну, у каждого же было. Это все. Думаю, мне просто слышится. Да. Дурочки. О, это уже разбойник. Не-не-не, вот его в скрытности по-любому нужно мочить. Разбойник — это уже серьезный вызов. Разбойник, да. Так что, а, он туда побежал. Хорошо.
сюда уходи. А ну-ка, давай-ка. О, вот так вот стоит. Тут кто-нибудь есть? Хорошо. Мы разгромлены! Отступаем! Как ты знаешь, оп. Разбойник, отдыхай. Так, отмычки. Его просто в самом начале попали, полежи, братан. Хотели с кем-то разобраться там, да. Кого там нет наверху? Здесь прикольно, они там орут, умирают, а им еще настроили. Тыква. Сегодня поскорее. О. Все книги нужно читать. Там навыки-то нужны. Так, нет, никого нет, нормально. Так, что ради меча делаем? Что это было? Я! Во имя Исмира, ты заплатишь! Чтоб тебе! Да! Не таких убивали! Это все, что умеешь? И сохранится так вот. Так, херо. Да. О, можно волку давать. Я покажу тебе, как дерется расстояние. Да. Так, да, вот хорошо. Бегите. Что ли дождусь забрать твои деньги? Нормально. Ну просто видели этот байт? Просто лучший волк, отвечаю. Вот это волки оказываются нормальные челы. У него колчан стрел тут делает. А, есть одна стрела. Все на изи просто сделали. Че это тут делает? Будут возвращаться? Нет? Ну и ладно. В принципе, не критично. Вино. Так, мухоморчики. Шкафы всякие. О, кирка. Так.
Так, ингредиенты. Что там неизвестно? Оп. Ванильное раздражение. Так. Пшеница. Соль. Все произошло. Че они не возвращаются? Они же должны уж давно были убить этого. Волка. Белая река. Чего из молока или из молока? Одна из паровых. Орки могут на короткое время впадать в ярость. Берсерка и наносить двойной урон. Это уж тут. Ага, вот. Нихера себе. Не-не-не, с этим братаном убиться не будем. Просто видели, сколько я ему снял. Тут кто-нибудь есть? Пора покончить. Мне так палит легко. Он слышит там, как упадет стрела. Может, как там упадет стрела. Вот это жесткий парень. А сейчас пустая тут не будет. Сукин! Вот так где! Так. И все? Все, что ты знаешь? Нихера. Нихера. Братан, ну ты могёшь. Может мне подождать? Утро становится. Просто ждем перед этим. Мне, пожалуйста. А, во, теперь утро. Ого! Здесь всегда нужно сложить всякое ненужное говно. Например, вот. Анимхивы наручи. Это. Так. Чего больше весит? Одинаково весит. Положи это. Ага, сохранился чуть не вовремя. Так, братан, стой. Магия, колдовство. Мочи лучше питомца моего, пожалуйста.
Я не понял, что? Я снял, что ли? В следующей серии мы сделаем. Сколько я уже записываю? 46 минут там. Часочек сегодня поиграл в Skyrim, отлично. В следующей серии мы обязательно обосываем.